Ну здравствуйте! И мы продолжаем наш разговор об оздоровительной программе ⁇ Помоги себе сам ⁇ домашней восстановительной программе. Итак, мы с вами в прошлый раз начали говорить о скипидарных ваннах. Вот тогда, когда у нас эти ситуации крайние, связанные с э, нарушением трофики в тканях, в наших, в органах, это не имеет значения, создается, вот такая ситуация возникает всегда при, вот такого рода ситуации сопровождаются очень большим количеством микровоспалительных процессов и больших воспалительных процессов. Разные. Но они всегда присутствуют в силу того, что организм не успевает вот при нарушении кровотока, да, при нарушении работы сосудистой системы, не успевает очистить организм. Понимаете, возникает такая вот странная обоюдная зависимость. С одной стороны, наш организм изначально не успевает, не, не, может справиться со всеми 100% отходов, которые мы на него сваливаем. И таким образом наша кровь становится более тяжелой, менее подвижной, более насыщенной, ну, хотя бы теми же самыми жирами, которые он должен вынести ненужными тяжелыми жирами, тяжелыми липидами. Почему и образуются там, скажем, камни, начинает меняться ситуация в печени, печень становится тяжелой, желчь становится такой густой, загущенной, и все. Именно ведь поэтому, вспомните, мы с вами начинаем программу с воды и начинаем пить воду для того, чтобы изменить реологию крови. Но вот это изменение реологии крови приводит к тому, что самые мелкие сосуды, капилляры, венулы, артериолы, они оказываются забитыми они оказываются наименее устойчивыми по отношению к, этой вот, к этому прессингу, токсическому прессингу, который возникает внутри нас с вами. Понимаете, вот это вот обоюдная зависимость. И от нее никак никуда не надо уйти, нельзя уйти. Понимаете, как только эта зависимость появилась, вернее, как только эта ситуация сформировалась, то сразу начинают страдать органы. И вовсе не обязательно, что это будет сердце. Может быть, это будут почки, может быть, будет это печень, потому что она оказалась в этот момент менее, более слабой, чем какие-то другие, да? Или, скажем, начинает страдать наш желудочно-кишечный тракт, он начинает терять тонус свой, и возникает вот эта атоническая ситуация, начинают возникать запоры и так далее. В кишечнике появляется огромное количество патогенных микроорганизмов, которые давят нашу родную микрофлору. Оказывается, вот этот весь круг, он невероятно сочлененный со всеми процессами, которые внутри нас протекают. Понимаете? И вот там, где возникает вот этот застой, в органах лималого таза, там, скажем, в гинекологических проблемах, в структурах, скажем, у женщины, или урологические проблемы у мужчины, в том числе связанные с простатой, или, так сказать, в печени, или в поджелудочной, или в почках, неважно. Вот где возникают эти застои, снижение движения крови и лимфы, притока и оттока, да, привоза питания и кислорода и вывоза отходов жизни клеток, вот там немедленно начинают развиваться всяческие воспалительные процессы. Поэтому появилась вторая как бы форма вот, скипидарных эмульзий, опять с идеей Александра Сломоновича Залманова, потому что я очень часто его буду вспоминать, это абсолютно гениальная вещь. И я считаю, что вот в, в сегодняшнее время у каждого человека, в каждой семье должны быть две книжки. Две книжки, которые сами по себе, если человек, естественно, будет к ним обращаться и читать их, по крайней мере, будут делать эту семью здоровыми. Там все, практически все написано, что нужно делать для того, чтобы остаться здоровым. Это книга Залманова Тайная и мудрость человеческого организма» и книга Хасая Магомедовича Алиева «Ключ к себе». Это как раз проблемы регулятивные, проблемы саморегуляции. Не говоря уже о том, что вот Метод Хасая Магомедовича Алиева, ключ к себе, это метод управляемой саморегуляции, где мы с вами можем, по сути, по сути, даже научиться формировать сами себя. Но это так, как апарт. Итак, начинают возникать вот эти воспалительные, всяческие целые пласты воспалительных процессов, от самых мелких до больших, и они связаны всегда с вот с формированием той самой ишемической ситуации, про которую я говорю. Нарушение кровотока, нарушение работы сосудистой системы. И вот тогда в этих условиях Александр Соломонович Залманов вместе со скепидарными ваннами использовал фитованны. Он много, так сказать, довольно много пишет о ваннах с ценной трухой. Это, вот, это ванны, которые очень нужны, скажем, людям и с ревматоидным полиартритом, и людям с болезнью бехтель, вот таким крайним выражением нарушений, связанных с работой опорно-двигательного аппарата и с состоянием водно-солевого обмена в организме и работой иммунной системы. То есть это системный аутоиммунный процесс, невероятно тяжелый, и современная медицина, к сожалению, справиться с ним никак не может. И моя, вот мне повезло, я в жизни встретился с человеком, и знаю его очень хорошо, которого зовут Николай Иванович Мазнев, который в мире единственный, по-моему, не единственный, ну, таких, наверное, с десяток, может быть, людей наберешь в мире, которые справились с болезнью Бектерева сами. Понимаете, вот для этих целей как раз использовались эти ванны как противовоспалительные, как снижающие вот активность воспалительных процессов при восстановлении трофики. Очень важно вот этот момент противовоспалительной работы организма. Очень важно обязательно провести. Почему? Тогда мы создаем условия, убираем отечность, создаем условия, при которых организм очень хорошо вот эти зоны воспалений начинает чистить, вытаскивать оттуда те токсины, которые появились в результате воспалительных процессов. Вот таким образом мы можем очень серьезно поправить дела, скажем, в почках при пиелонефрите. Я, когда был сейчас на этом семинаре, ко мне подошла одна калининградка и сказала о том, что они благодаря этой, этой программе, этим ваннам, по сути, она держит сегодня мужа в очень тяжелом, фриличном приличном состоянии при гломерулонефрите. Понимаете, этот процесс, по сути, необратимым считается в официальной медицине. А обратить его можно, время для этого нужно, немножко больше. И не лекарства. Мы должны задействовать в этой работе весь организм целиком. Поэтому появилась еще одна модификация, связанная со скипидарными ваннами Александра Соломоновича Залманова. И вот это, я вам снова покажу, эти этикетки практически одинаковые. Но вот здесь обязательно написано, с экстрактом корня лопуха. С экстрактом корня лопуха. Это белая эмульсия с экстрактом корня лопуха, со всеми те, теми свойствами классической белой эмульсии, о которой, которую создавал Александр Соломонович. А вот это желтая скипидарная эмульсия, с экстрактом корня лопуха, тоже с экстрактом корня лопуха, и тоже со всеми свойствами, которые закладывались Александром Соломоновичем в эти рецепты. Плюс другой, плюс лопух, корень лопуха. Почему именно на нем? Это по нашей просьбе, это наш как бы, эксклюзив, наш продукт. По нашей просьбе он создавался. И по нашей просьбе уже потом и сертифицировался, и проходил исследование, все. Почему именно корень лопуха? Понимаете, вот в, в культуре в фитокультуре, в, в культуре фитомедицины, в истории фитомедицины, фармакопии, растительной фармакопии России, Корень лопуха занимает совершенно особое место. Вы знаете, как широко используется репейное масло. Вы знаете, как хорошо и прекрасно работает, помогает человеку даже, даже листья лопуха, когда нужно унять, скажем, боль ушиба. Заверните это место ушибленное листом, не корнем, листом лопуха большого. И через какое-то время боль утихнет, и все будет замечательно. А вы понимаете, какая вещь? Вот есть всяческие проблемы, связанные с нашими суставами, особенно с коленными суставами. Отвар корня лопуха, в котором надо намочить хлопчатую бумажную ткань и легко, неплотно обернуть эти самые суставы, завернув сверху их как следует теплым чем-нибудь, шарфами, платками и так далее. Вот такой тепловой компресс на ночь, прекрасно уберет эту тяжелую ситуацию. Или подагра. Да, эти рецепты всем давно известны. Я не один раз их говорил, когда вы берете обычные хлопчаты, бумажные носки скажем, подагра на ногах или руки подагрические, тогда перчатки. Вы эти носки бумажные мочите в отваре корни лопуха, одеваете на ноги или перчатки одеваете на руки. Сверху 2-3 пары теплых перчаток или теплых носков и так спите. Проделайте 7-8 процедур и ваша подагра куда-то начинает уходить. Вот в фармакопии, фитофармакопии, лопух, корень лопуха, известен как очень мощный адаптоген. А что такое адаптоген? Вот это вещество, адаптогены, это вещества, это соединения, которые помогают организму сохранить устойчивость, крепость. Помогают сохранить сопротивляемость. Вот классические адаптогены – это женщины. Элеотаракок, золотой корень, моралий корень, марьин корень – это классические адаптогены, о которых знают все. Но, к сожалению, у них есть одна неприятность. Они все повышают давление. Это тоники, и тоники очень мощные. Они повышают давление. Понимаете? И поэтому, так сказать, людям, которые склонны, или у которых гипертония, Никак нельзя их использовать. А корень лопуха, обладая свойствами адаптогена, не является вот тем тоником, который стимулирует, скажем, да, работу сердца, тем самым заставляя, так сказать, и повышая давление э, у нас с вами. В этом смысле он абсолютно щадящ по отношению к нам. Это очень мощный противовоспалительный препарат, противовоспалительный препарат. Понимаете? И тогда, так сказать, вот те воспалительные процессы, о которых мы с вами говорили, которые возникают внутри нас ввиду развития вот этих самых трофических процессов, нарушения кровотока в силу застоев, вот их мы начинаем очень хорошо разбирать и помогаем таким образом организму с этими воспалительными процессами справиться. Почему помогаем справиться-то? Мы не пьем ведь, да, эмульсию мы не пьем. Но нам в этом очень серьезно и сильно помогает кожа. Она берет из вот состава этой эмульсии необходимые для себя элементы, вещества, соединения для организма. И вот они начинают помогать организму, как такие своеобразные микро микро допинги лекарственные, они помогают справиться с этими воспалительными процессами. Поэтому эти ванны так, ну, раза в полтора, наверное, лучше убирают боль при вот всяких суставных нарушениях, к примеру, сказать. Именно с отваром корня лопуха. Вот ведь какая вещь. Вот я сейчас вам сказал, для того, чтобы вам было понятно, по поводу того, что вот какие-то вещества через кожу поступают в наш организм. Вот сегодня существует это очень серьезно для детей. Поэтому я просто обязан, наверное, об этом сказать. Вот сегодня очень многие мамочки, своих маленьких ребятишек, родителей, там год, два, три, четыре, ну вот, вот такого, до 12 лет. Тогда, когда их моют, используют всякие антибактериальные гели, шампуни, мыло, соль, говорит, И при этом как бы не помнят о том, что вот эти антибиотики, которые в этих антибактериальных гелях, шампунях и мылах содержатся, через кровь, через кожу попадают в кровь. И начинают делать свою черную работу внутри нас. И сегодня педиатры некоторые уже констатируют да, дисбактериоз у детей, который сформировался под воздействием этих самых моющих средств. Я вам эту историю рассказал с детьми, ну, для того, чтобы подсказать, сказать о том, чтобы вы этого не делали, а главное, для того, чтобы вы поняли, каким образом вот эти активные, биологически активные соединения, которые есть в корне лопуха, попадают внутрь организма. Вот это мы должны с вами понимать. Итак, у нас с вами есть классика скипидарная. И вот классика, связанная с добавлением фитоэкстракта корня лопуха. Эти эмульсии готовятся вместе с экстрактом корня лопуха. Какие же ванны бывают при э, применении скипидарных эмульсий? Их, они тоже трех типов. Обычные ванны, обычные ванны, где температура воды может колебаться в пределах от 35,5 градусов до 38, 30, максимум 39, максимум даже если мы используем эмульсию 42, в которой, которая спокойно переносится даже при температуре в 43, в 44, в 45 градусов. Есть так называемые восходящие ванны. Что значит восходящие? Вот я сказал, обычные ванны. Ванна там 35 градусов, вы налили туда эмульсию, там или 38 градусов. Налили какое-то количество эмульсии, легли в эту ванну, в ней пролежали положенные 12-15 минут и вышли. Это оздоровительные ванны, совершенно замечательные. Это ванны омолаживающие, это, во, это ванны, которые поддерживают тонус, это ванны, которые поддерживают э, физический тонус, э, это ванны, которые поддерживают э, наши сосуды с вами, не дают им загаснуть, не дают им забиться. Замечательные ванны эти, э, очень хорошо. Раз в неделю такие ванны делать замечательно. Понимаете, а есть ванны восходящие. А что такое восходящие ванны? А вот тогда, когда я приготовив ванну температуры 35,5 с половиной или 36 градусов или 36,5, половиной или 37 градусов я как правило говорю о температуре в 37 градусов начальную потому что тогда когда человек в эту ванну ложится температура этой ванны сразу снижается до 36,5, с половиной то есть до температуры нашего тела ну вот но вот пролежав, скажем, какое-то время, 3 минутки, 5 минут, по-разному, в разных схемах по-разному, 3 минутки, 5 минут, пролежав вот при этой температуре, я включаю горячую воду, естественно, при этом я наливаю в ванну с запасом, помня о том, что я буду обязательно добавлять горячую воду да, в этот вот раствор эмульсий, который получается. Ведь как готовится кипидарная ванна? Я беру, скажем, наливаю 2 трети ванны, можно чуть-чуть больше Беру 20 грамм желтой эмульсии 20 грамм белой эмульсии это вот состав абсолютный для любого здорового человека идеальный состав да и дальше можно по 20 грамм добавлять и добавлять и добавлять до момента когда я беру уже 100 грамм желтый и 100 грамм белый для здорового человека это великолепный способ поддержание собственного тонуса великолепный способ мужчинам остаться мужчинами женщинам, так сказать, остаться женщинами не потерять ничего из своего обаяния, силы, энергии и так далее. Это замечательная ванна. Ну смотрите как. Значит, я приготовил ванну на две трети налил ее и лег в этот вот раствор, который получился уже в ванной. На 150 там, литров ванны я налил всего лишь 40 грамм вот, смешанных этой эмульсии. 20 грамм этой и 20 грамм этой. И лег в этот раствор. Ничего не происходит особого. Не жжет так уж так, что просто вот кипеть начинает. Нет. Все как бы нормально. Только начинаешь понимать, что как-то внутри больше, быстрее начинаешь как бы разогреваться. И вплоть до того, что очень через какое-то время становится уже в этой ванной прохладновато. И надо добавить горячей воды. Я добавляю горячей воды, поднимая на 1 градус. То есть, если я начал 37 градусов, я довел температуру ванны, в которой я нахожусь, с помощью горячей воды, до 38 градусов. Или 39. Или, вот нельзя сразу через 3 градуса переброситься. Вот через 2 можно для здоровых людей. Да, а так вот поднял до 38 градусов. Я какое-то время побыл при 38 градусах. Опять температура упала. Я поднял снова температуру э, раствора в ванной. И опять поднял на градус до 39. Полежал при 39 градусах. Это замечательно совершенно. Дальше, если мне нужно, я поднял, могу еще поднять до 40, 41, 42. эта ванна всего будет длиться порядка 21-25 минут, не больше. Но что будет происходить вот в течение этого ванны? Вот что очень важно. Вот эти ванны называются восходящими. И есть ванны, которые называются гипертермальными. Гипертермальные ванны, их очень хорошо использовать, вот опять же в ситуации, скажем, таких резких изменений, связанных с опорно-двигательным аппаратом деформирующий артроз, ревматоидный полиартрит, системные заболевания, связанные с соединительной тканью и с опорно-двигательным аппаратом. При этом надо иметь в виду, что соединительная ткань страдает при всех системных заболеваниях удар по соединительной ткани. Что такое системные заболевания, да еще аутоиммунные? Это значит, иммунная система наша работает против нас самих. Понимаете? Против, как правило, соединительной ткани. Да, как бы наши клетки, киллеры, начинают уничтожать клетки этой ткани. Вот такая очень грубая картина, которая возникает при аутоиммунитете. Вот такая картина возникает при ревматоидном полиартрите. Очень близкая картина, возникающая при деформирующем артрозе, когда начинают разрастаться остеофиты, кальций начинает выбрасываться. Вот тут, конечно, лучше, если эти температуры будут более высокими. Горячие гипертермальные ванны которые могут начинаться с 38 градусов и доводиться до 42, это твердо. А может быть даже и до 43, но обязательно надо помнить о состоянии вашего сердца, сердечной мышцы, о, о том, какова ситуация сложилась с ритмом сердца вашего, есть ли аритмия, есть ли сбой ритма или нет сбоя ритма. Вот при такого рода вещах поднимать температуру выше 38-39 градусов нельзя. Вот тогда, когда вы справитесь с вашей 240-единичной гипертонией, тогда, когда вы восстановите ритм сердечный, а это возможно, вот тогда можно начинать идти дальше. Кому еще такого рода вот ванны горячие показаны? Всем людям, у которых есть вирусное отягощения. Сейчас говорю об этом совершенно спокойно, скажем, гепатит Б замечательно, вирусный гепатит Б замечательно идет под воздействием скепидарных ван, даже без применения антибиотиков. А с применением антибиотиков, то есть вот как бы в цикл скепидарных ван включить применение антибиотиков дает результат практически стопроцентный. У меня нет таких наблюдений, скажем, по гепатиту С, но думаю, что даже эту ситуацию можно было бы так сказать, исправить с учетом вот тех схем, о которых мы говорили на семинаре у вас здесь, в Калининграде, и о чем мы еще с вами поговорим, о схемах аутогемотерапии, аутоназодотерапии. Думаю, что вот в таком сочетании можно будет справиться даже с этими вирусами. Опоясывающий лишай, герпес страшная штука. Страшная штука который никак практически препаратами или чем-либо не убирается. При проведении горячих скипидарных ванн, замечательно совершенно, заканчивается это мучительнейшее хроническое заболевание. А самое главное, что у вас всегда в руках есть оружие против него. Да? Вот началась вдруг, да, ожил герпес, этот самый опоясывающий лишай. Вдруг какое-то такое обострение возникло, да боже мой, мой, да проведите вы, ради Бога, так сказать, те самые скипидарные ванны, которые вы, с которыми вы прекрасно себе с этим процессом справлялись там год или, или полтора, или два года назад. Псориаз. Псориаз прекрасно идет с применением скипидарных ванн. Три этапа. Первый этап резкое, хорошее облегчение ситуации при псориазе. При проведении программы, я должен подчеркнуть здесь, 3-4-5 месяцев бывает, вообще все замечательно, все прекрасно. И выброс, начинается обострение. Снова повторяется программа на этот период. И уже вы 7-8-9 месяцев живете спокойно, никаких проблем. А вот через 7-8-9 месяцев, это как правило, вот сколько людей, страдающих псориазом, прошло перед моими глазами сейчас вот в этой программе, Везде стандартное вот это вот клише получается. Третий этап, проводится программа, и человек забывает. Я знаю людей, которые уже по 2-3 года вообще забыли о том, что у них когда-то был псориаз. Вот такая вот... Идея. И все это делают скипидарные ванны. Конечно, не только скипидарные ванны. Теперь давайте разберемся все-таки, почему это происходит. Вот главная задача, как я понимаю теперь... Вот познакомившись не только с книгами Александра Соломоновича Залманова, но и с достаточно большим количеством писем, его писем к русским врачам, российским врачам из Франции. Главная забота была первая, вот первое с чего он начинал, это была забота об очищении организма. Об очищении организма. Только я прошу прощения. Очищение, о котором я говорю никакого отношения к гидроколонотерапии, которая не является никаким очищением, или к не имеет. Вот на сегодня уже практически занимаясь этой программой около 20 лет, да, больше 19 лет уже. Я вот ну, лет пять как -то абсолютно точно пришел к выводу, что вот такое мощное клизмирование гидроколонно-терапии ничего хорошего нам с вами не приносит. Да, на первое время облегчение, легко, хорошо, да, проходит месяц-полтора, и все возвращается с такой страшной силой, что дальше ехать некуда. Так вот, первая проблема, почему, и почему это так? Почему это так? Потому что Наша основная грязь, наши токсины, шлаки являются продуктами жизни нашего собственного организма, каждой клетки. Каждая клетка, вот у нас каждый день, каждый час, клетки отмирают и клетки рождаются. Куда деваются эти отмершие клетки, мясо, наше собственное мясо? оно вот, э, 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 как он сказать, расщепляется, утилизируется внутри нас самих. Но остаются те самые продукты белкового распада. И они содержатся вовсе не в кишечнике. Потому что кишечник – это просто водосбросная труба, шлакосбросная труба. Понимаете? И ничего больше. Все эти продукты находятся в межклеточном пространстве, между клетками там укладывается. Мы об этом еще с вами поговорим. Да и через мембрану венозных сосудов попадает венозную кровь уже через печень в кишечник. Поэтому прежде чем заниматься чисткой кишечника и думать об этих пресловутых 25 килограммах, которые как бы кал в камне, ко которые торчат в нас, это, по-моему, не предмет вообще для обсуждения. Вот чистить-то надо кровь, Межклеточное пространство и таким образом открывать пространство сосудов, внутреннее пространство сосудов, где и должна течь спокойно кровь наша с вами, достигая самых отдаленных участков нашего с вами тела. Вот в чем тут дело. Вот эту-то проблему в первую очередь и решал Александр Соломон Залманов тогда, когда готовил эти ванны, когда сочинял эти рецепты. Друзья мои, всего вам доброго, до свидания, здоровья желает вам программа ⁇ Помоги себе сам ⁇ Встретимся через неделю.